Я вчера закончил сводку, два квартала разбомбил. И в загранкомандировку в Вашингтон я угодил. Копать сажу смыл под душем, с кабинета уползя. И от Биби я прослушал, что там можно, что нельзя. Там они тебе расскажут, ого-го. Так, чтоб ты не отчебучил ни того. Он мне дал прочесть брошюру, как наказ, чтоб болтать не вздумал с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам и про прошлый мой мятеж. Там у них уклад особый, нам так сразу не понять. Ты уж им, браток, попробуй ничего не обещать. Будут с Байденом дебаты, отвечай. Нет, ребят, демократы — это край. От посулов их сурово отвернись, мол, у самих добра такого завались. Но левацкая зараза там всюд ходит по пятам, опасаясь пуще глаза либеральных страшных дам. Демократок с крепким телом, ты в дверь, а не в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно. Могут действовать они не прямиком, на иврите, может, скажут и шалом. В кабинет тебя заманят для бесед, а в каморке притаится маджакет. Популярно объясни там для невежд, чтоб не строили они себе надежд. Про Иран возникнут темы сразу снять, ведь не нужно, они вникнут разъяснять. Но я ж по ихнему ни слова, ни в дугу и ни в тую. Пушку мне, так я любого своего перекую. Но ведь я не агитатор, я обычный военспец. Да я к проклятым демократам не поеду, наконец. Я уснул, обняв супругу, Клодю нежную мою. Снилось мне, что кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, сидят живьем. Снились мне госдеп-поклерки с бородами и с ружьем. Пили мы, мне спирт во рту проникал. Я весь путь к аэропорту проикал. Тропу я сзади в спину будто лаи. Без снарядов хоть домой не приезжай.